Дорогие друзья, сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» наверняка знакома каждому. Более того, всем известно, что в основе сюжета этой истории, написанной Алексеем Толстым, лежала повесть Карла Колоди, Пиноккио или «Похождение деревянной куклы». И писатель этого никогда не скрывал. Какие тут могут быть тайны? Но оказывается, история деревянного мальчика и его друзей хранит немало секретов, в том числе достаточно жутких. Боже, правый Пиноккио, что ты делаешь? Я должен поглотить твою душу, чтобы стать настоящим мальчиком. В предисловии к своей сказке Алексей Толстой написал, что в детстве читал книгу Карла Колоди, и она произвела на него неизгладимое впечатление. Он неоднократно рассказывал своим друзьям историю Пиноккио, так как сама книжка потерялась. Разумеется, с каждым разом повествователь отходил от оригинального сюжета, и в итоге родилась новая сказка, которую все знают как «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Оказывается, Толстой кривил душой, и все было совсем иначе. Начнем с того, что первое издание «Пиноккио» на русском языке появилось, когда писателю было уже 23 года. Итальянского Толстой не знал ни в детстве, ни в более зрелом возрасте, поэтому читать книгу в оригинале он не мог. Создатель Буратино, как многие в те годы, знал французский, а на этот язык книга переводилась неоднократно. Но сам Толстой неоднократно вспоминал, что в доме, где он рос, не было детских книг, поэтому и такой вариант полностью отпадает. Итак, Толстой прочитал сказку о Пиноккио, будучи вполне взрослым человеком. Но что так тронуло в этой истории молодого дворянина, что он решил написать собственную версию похождения деревянного мальчишки? Ответ на этот вопрос можно найти, заглянув в детские годы писателя. Дело в том, что Алексей был нелюбимым сыном своего отца, графа Николая Толстого. Более того, есть неподтвержденная информация о том, что он был ему не родным. Скорее всего, именно поэтому до 16 лет мальчик носил фамилию Бастром и воспитывался в доме дяди. Кроме того, биографы писателя утверждают, что Николай Толстой долго не хотел давать Алексею свою фамилию и титул – Неудивительно, что трогательная история безродного деревянного мальчика, который изо всех сил стремился стать человеком, нашла живой отклик в душе несчастного юноши. И переписал он сказку не потому, что запамятовал детали, а совсем по иной причине. В сказке про Пиноккио, написанном итальянским автором, Мальвины не было, но там был другой персонаж с голубыми волосами – это фея. Но изначально эта второстепенная героиня была даже не феей, а призраком. У колоде было два варианта истории деревянного мальчишки, причем первый, с точки зрения современного человека, совершенно не детский. В первой редакции сказки Пиноккио должен был умереть в конце сказки. По замыслу автора он убегал через лес, от разбойников, и силы почти оставили его, но впереди в чаще появился небольшой белый дом, увидев который герой подумал, что сможет найти там спасение. Мальчишка долго колотил в запертые двери, но ему никто не открывал. Взглянув в окно, Пиноккио видит странную девочку. В окне появилась красивая девочка. У нее были волосы цвета небесной лазури. Бледное, словно восковое лицо, глаза закрыты, а руки скрещены на груди. Даже не шевеля губами, она сказала голосом, который шел, казалось, от того света. «В этом доме никого нет, все умерли. Открой меня, хотя бы ты», – взмолился Пиноккио, рыдая. «Я тоже умерла». «Умерла? Но что же ты тогда делаешь тут, у окна?» жду, когда прибудет гроб, чтобы забрать меня отсюда». И с этими словами девочка исчезла, а окно бесшумно закрылось. Вслед за этим к дому подоспели разбойники и расправились с Пиноккио. Сейчас такой финал детской сказки кажется более чем странным, но в середине 19 века, когда писалась книга, такое завещание было вполне обычным и никого не шокировало. Возможно, что на гибели Пиноккио все бы и закончилось, но его приключение так понравилось читателям, что Калоди был вынужден в следующем варианте сказки превратить мертвую девочку с голубыми волосами в добрую фею, которая его оживила. Изменять внешность персонажа автор не стал, так как она вполне соответствовала образу мистического создания. Толкования имени Мальвина существует немало. Чаще всего встречается вариант, что оно означает «нежное», но на самом деле все как раз наоборот – классической литературе это женское имя встречается впервые в произведении шотландского поэта-романтика Джеймса Макферсона «Поэмы Осианы». Осиан – это легендарный британский бард, живший примерно в третьем веке нашей эры. Поэмы Макферсона были написаны от имени этой личности. Согласно легендам, у героя был сын, жену которого и звали Мальвина. Когда сын трагически погиб, Невеска осталась в его родовом доме, став пожилому и немощному Осиану дочерью и помощницей. В России поэмы Осиан были невероятно популярны в первой половине XIX столетия. Это произведение оказало существенное влияние на творчество Жуковского, Батюшкова и даже Пушкина. В поэмах и стихах этих авторов Мальвина встречается неоднократно. Вариантов перевода имени Мальвина совсем немного. Большинство филологов уверены, что в его основе лежало два древнегерманских слова, укоренившихся в современном английском языке – «мел» – «мужчина», «вин» – «победа». Её зовут Мальвина. Подобное имя очень хорошо подходит властной девочке, запирающей озорных мальчишек в чулан. Колоде, которому очевидно нравилось убивать персонажей, расправлялся и с феей, спасшей Пиноккио. В сказке она умирает от огорчения, что деревянный мальчик оставил ее. Правда, спустя время они снова встречаются, но фея с голубыми волосами уже не девочка, а вполне взрослая женщина. Итальянский сказочник расправляется не только с мальчишками и феями, в его книге погибает даже сверчок, которого убивает молотком сам Пиноккио но мы не будем рассматривать творчество Колодия с точки зрения психологии и вернемся к нашей героине. Образ жизни Мальвины заслуживает самого пристального внимания. Девочка из сказки Толстого живет в лесу, и ей подчиняются насекомые, мыши и жабы. Кроме того, при ней находится черный пудель, которого можно встретить в самом известном произведении о нечистой силе «Фаусти Гёте». Именно в образе черного пуделя Фаусти является владыка тьмы Мефистофель. Учитывая все это, можно сделать выводы, что девочка с голубыми волосами имеет непосредственное отношение к нечистой силе, эдакая европейская баба-яга в молодости или жрица, когда-то не слишком приятного языческого культа. Можно с большой долей вероятности утверждать, что малина Толстого – это фея, просто завуалированная. Хотя Мальвина и связана с оккультизмом и магией, вряд ли Толстой, придумывая эту девочку, опирался на образ какой-то феи, постоянно умирающей и воскрешающей. Секрет девочки с голубыми волосами напрямую связан с тем самым золотым ключиком и коморкой, которую он отпирает. Работу над сказкой «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексей Толстой начал с эмиграции, тоскуя по России и страстно желая вернуться на родину. В созданном им мире ключик открывает дверь, за которым находится замечательный, справедливый мир, в котором кукольный театр принадлежит не мироеду Карабасу-Барабасу, а самим куклам, которые в нем работают. Можно сказать, что через волшебную дверцу, за нарисованным на холсте очагом, герои сказки попадают из капиталистического общества, эксплуататоров в Советскую Россию. То есть в место, которое так идеализировал Толстой, находясь на чужбине. Но почему писатель выбрал такой странный способ перемещения из старого мира в светлое будущее? У Карла Колоди очаг коморки старого джипета нарисован просто на стене, а у Толстого на холсте. Получается, что дверь была как бы задрапирована тканью с изображением огня. Это очень важный момент истории, к которому нам позднее придется вернуться. В 1909 году Толстой сотрудничал с детским журналом «Тропинка», в котором публиковался русский перевод «Алисы в стране чудес», чьим автором была Плексена Соловьева, сестра знаменитого философа Владимира Соловьева и дочь историка Сергея Соловьева. В этом переводе есть вот такое интересное место – на столе ничего не было, кроме маленького золотого ключика, и Алисе тот час пришло в голову, что этот ключик от одной из дверей, но, увы, или замочные скважины были слишком велики, или ключик был слишком мал, только им нельзя было открыть ни одной из дверей, но, обходя двери вторично, Алиса обратила внимание на маленькую занавесочку, которую не заметила раньше, и за этой занавеской нашла маленькую дверцу, около 15 дюймов высотой, она попробовала отпереть дверцу золотым ключиком, и к ее великой радости ключик подошел. Если у кого-то сомнения, что Толстой читал Алису, которая публиковалась в том же журнале, что и его детские рассказы, о том, что не только читал, но использовал при работе над своей сказкой, сомневаться не приходится. Внимательный читатель может вспомнить, что над домиком Мальвины проплывало облако в виде кошачьей головы, на которое рычал пудель Артемон, чем не образ чеширского кота, позаимствованный у Кэрола. В номере журнала «Тропиканка», где впервые в истории у девочки Алисы появляется чеширский кот, Алексей Толстой публикует свой рассказ о собаке под названием «Полкан». Таким образом, состоялась первая встреча чудесного кота и собаки вне страниц сказки о Буратино. Две девочки из рассказа Льюса Кэрролла и Алексея Толстого несомненно похожи. Алису расстраивает хаос, царящий в стране чудес, и она постоянно пытается навести там порядок. Мальвина также сторонник порядка, чистоты и дисциплины, которые пытаются привлечь своему новому знакомому Буратино. При этом Алиса участвует в чаепитии с безумным шляпником и мартовским зайцем, а Мальвина сама устраивает посиделки с чаем для Буратино. Невероятно, но для того, чтобы родилась сказка о Буратино, воображение автора должны были чудесным образом переплестись разные образы и сюжетные линии, мистические герои и собственные детские переживания. Мы рассмотрели только Мальвину, а ведь есть в этой истории не менее колоритные персонажи, достойные внимания. Например, Карабас-Барабас и Дуримар. Какие еще тайны скрывают эти герои? Явно не просто так рожденные фантазией писателю.